Всем привет, друзья, с вами Герман Пермяков, постоянный ведущий канала Redline TV, инвесторского обучающего канала, напоминаю направление нашего канала, да. И сегодня разрешите с вами поговорить опять в рамках криптовалют, уже по криптовалютным биржам. Ну, наверное, такой как бы вопрос, который касается, ну, которым интересуется довольно-таки каждый. Чем отличается биржа криптовалют? То есть сегодня говорим о криптовалютных биржах, о том, чем они отличаются, и о специфике каждой, и о направленности каждой. То есть, а также, чтобы вам принять какое-то решение, на какой, с какой биржей работать, вам нужно, естественно, понимать, для чего вы это делаете. Если вы майнер, вам нужно будет обналичивать монеты. Если вы инвестор, вам нужно где-то их закупать. Если вы трейдер, вам нужно торговать. То есть каждая биржа предлагает те или иные функции, которые помогают определиться человеку, ну или как бы вам, как инвестору, да, или как бы пользователю, что вы конкретно хотите от той или иной биржи. Вот, поэтому смотрим презентацию. В этой презентации будут слайды презентации, как бы новый формат, который мы тестируем. Они будут внизу в шоу-нотах прикреплены. И в конце этого видео я дам информацию по квесту, который проходит у нас на канале, да, и пароль, который вы можете узнать и произнести для нашего квеста. А сейчас смотрим, кому надо, и находим ответы на вопросы. Поехали. В условиях децентрализации биржи криптовалют стали теми ресурсами, где концентрируется значительная масса находящихся в обороте криптовалютных средств и где происходит активное взаимодействие между участниками системы. В данном подкасте давайте разбираться, что они собой представляют и чем отличаются с точки зрения пользователя. Что такое биржи криптовалют и как они работают? В функциональном плане биржи криптовалют – это виртуальные ресурсы, на которых можно обменивать одни криптомонеты на другие. Многие поддерживают обмен криптовалюты на фиатные деньги и наоборот, однако не на всякой бирже можно обменять что угодно. Обмен одной криптовалюты на другую возможен, если на бирже имеется соответствующая пара. Например, наличие пары биткоин-лайткоин означает, что на этой бирже можно обменять биткоин на лайткоин. Отсутствие пар будет означать, что здесь это сделать невозможно. С фиатными деньгами аналогично. Принцип работы криптовалютных бирж довольно прост и включает несколько этапов. Первый – регистрация. В большинстве случаев эта процедура ничем принципиально не отличается от регистрации на других сайтах. Второе. Ввод денег для торговли или обмена. Зачисление криптомонет, как правило, бесплатно, а за ввод фиатных средств чаще придется заплатить, хотя и не всегда. Комиссия биржи иногда доходит до 8%, но чаще находится в пределах от 1 до 5%. Размер комиссии сильно зависит от выбранного способа ввода средств. Обычно биржи не расположены оплачивать комиссии платежных систем, поэтому включают их в свою комиссию, что увеличивает итоговую сумму комиссии в той или иной степени. Третье. Создание заявки или ордера на покупку или продажу валюты. Пользователь сам устанавливает желаемую цену, за которую готов купить или продать нужную валюту, и начинает торги методом выставления своей заявки в общий список. Если находится человек, который готов совершить сделку по указанной цене, она заключается. Если цена неадекватна рынку, покупатель может и не найтись. Еще он может не сразу найтись, если пользователь продает или покупает крайне непопулярную валюту. При успешном заключении сделки пользователь может вывести средства с биржи или оставить их в биржевом кошельке для совершения других операций.
Изредка биржи криптовалют и их отдельные аккаунты взламывают, поэтому не рекомендую сохранить на бирже крупные суммы и, в принципе, деньги, которые не потребуются для торгов. Иногда и сами владельцы биржи могут внезапно заморозить счет или позаимствовать в кавычках средства пользователя без возврата. Поэтому выбирать биржу для работы стоит очень внимательно, не поддаваясь соблазну воспользоваться малоизвестной биржей ради сиюминутной выгоды в виде отсутствия комиссии или чего-то подобного. Собственно говоря, зарабатывают биржи криптовалют преимущественно на комиссиях, совокупные объемы которых могут достигать весьма серьезных показателей по мере увеличения пользовательской базы и, в частности, привлечения пользователей с крупными капиталами. Зачем нужны биржи криптовалют? На криптовалютных биржах можно встретить трейдеров, майнеров, инвесторов и просто людей, которым понадобилось обменять деньги. Все они используют биржи либо с целью заработка, либо с целью обмена средств. Биржи криптовалют могут использоваться так же, как и фондовые, и трейдеры зарабатывают на них по тому же принципу. На данном этапе они ощутимо выгоднее своих более традиционных аналогов, поскольку криптовалюты обладают высокой волатильностью. Само собой, если трейдер на традиционном рынке зарабатывает неплохие деньги на колебании курса акций, который вырастает за год, например, на 9%, и это еще хороший показатель, то на крипторынке, где валюты за день могут взлететь на 20%, он получает заметную прибыль. Разумеется, если обладает необходимыми навыками и опытом. Некоторые трейдеры играют в пределах не одной, а нескольких бирж. Так они зарабатывают не только на колебании курса валюты относительно других, но и на разнице курса одной и той же валюты на разных биржах. Впрочем, на традиционном рынке трейдеры делают то же самое, так что и тут, в общем-то, ничего принципиально нового нет. Инвесторы ведут себя на биржах довольно пассивно. Время от времени они покупают валюту в относительно большом количестве и кладут ее себе в портфель. Иногда наблюдают за колебаниями курса, на которых криптовалют на некоторых криптобиржах существуют удобные графики, позволяющие отслеживать колебания максимально подробно. И инвесторы ими пользуются для определения наиболее выгодного вложения. И майнеры. Майнеры банально меняют менее популярную на более популярную. Логика проста. Майнить менее популярную криптовалюту зачастую экономически выгоднее, а вот наращивать сбережения надежнее все-таки в биткоине или эфириуме. Не говоря уже о том, что если майнер хочет воспользоваться намайненными средствами по назначению, то есть, к примеру, расплатиться в магазине, то с Zcash, например, ему делать нечего. Нужны доллары, ну или юани, евро, рубли, гривны или так далее, ну или хотя бы биткоин. И в таком случае он отправляется на биржу для того, чтобы обменять добытый Zcash на другую, более популярную валюту. Изредка на биржах появляются люди, которые хотят сделать то же самое, но не с намайненной валютой, а полученной в результате, например, торговой операции. Или они используют биржу просто как обменник. Чем отличаются биржи криптовалют? В целом, биржи работают по одному принципу, но по функционалу и возможностям зачастую различаются, стараясь привлечь своими особенностями максимум пользователей. Наиболее важные с точки зрения пользователя отличия в следующем. Первое. Выбор криптовалют. На одних биржах торгуются только самые популярные валюты, а на других десятки и сотни пар. Второе. Вывод криптовалют. Где-то можно вывести только биткоин, лайткоин и еще пару известных валют, а где-то десятки видов криптомонет и еще 5 разновидностей фиат. Третье. Возможность ввода-вывода фиатных денег. Некоторые биржи работают только с криптовалютами и такой возможности не предполагают. Четвертое. Комиссия. В основном взимается за заключение сделки. Некоторые биржи берут процент только с покупателя, стейкера, некоторые из покупателей, с продавца, то есть пользователя, который создал заявку, мейкер. Однако вполне могут взиматься и другие комиссии. Пятое. Пользовательские данные. Одни биржи ограничиваются стандартным запросом электронной почты, а другие требуют пройти полностью процедуру верификации, для которой могут понадобиться и скан копии паспорта и, или других документов. Шестое. Защита аккаунта. Где-то для входа достаточно пароля, а где-то нужно пройти сложную процедуру входа с подтверждением различных данных. Седьмое. Способы ввода-вывода средств. На одних биржах деньги можно выводить только через пару платежных систем, а другие допускают возможность банковского перевода или зачисления с карты или на карту. Восьмое. Суточные объемы торговли. Где-то они превышают 2 миллиарда долларов, а где не доходят и до 10 тысяч долларов. Некоторые криптобиржи предлагают дополнительные возможности и бонусы. Среди них возможность маржинальной торговли и маржинального финансирования.
подробные графики распространения уровней Fibonacci и другими инструментами трейдинга, начисление процентов на депозиты, реферальные программы, наличие мобильных приложений и так далее. Наконец, есть такие важные для каждого пользователя параметры, как язык, обычно английский. Встречается поддержка других, в том числе и русского, и оперативность работы службы поддержки. Сама техподдержка есть практически везде, но не везде она работает как положено. Популярные биржи криптовалют. Обзор возможностей. На слуху сейчас очень много бирж. СМИ нахваливают то одну, то другую, и пользователь теряется, какая из них идеальная. Идеальных, как и везде, нет. Вопрос лишь в том, достоинства перевешивают ли или недостатки. Bitfinex – одна из крупнейших по объему торгов на сегодня, около 2,6 миллиардов в сутки долларов, поддерживает 65 пар для обмена и возможность вывода в 26 валютах. Одна из крупнейших, которая поддерживает русский язык. Для вывода долларов требуется верификация пользователя, а для совершения прочих операций хватит электронной почты. В августе 2016 года была взломана, но сумела восстановиться благодаря функционалу, хорошей техподдержке и неплохому инструментарию для трейдеров. Bittrex – одна из крупнейших криптобирж по количеству пар, 276 на конец 2017 года. Количество пользователей растет, а с ними и суточный объем торгов, который уже перевалил за 1 миллиард долларов. Для вывода средств потребуется верифицировать аккаунт. Немногочисленные отрицательные отзывы тоже связаны с трудностями вывода. GDAX. Заметно поднялась за последнее время. Находится на пятом месте по объему торгов в районе 2 миллиардов долларов. Отрицательных отзывов единицы, минус это всего 9 пар и 3 валюты вывода. Выводят всего лишь в биткоине, лайткоине и эфириуме. Еще одна неплохая англоязычная биржа для тех, кому нужно обменять популярные валюты – Bitstamp. Суточный объем примерно 340 миллионов долларов, поддерживает биткоин, лайткоин, эфириум и Ripple. Отрицательных отзывов крайне мало. Kraken – любопытная биржа, поддерживает 47 пар и вывод в 17 валютах. Есть возможность маржинальной торговли, мобильное приложение. Отличается снижением комиссии и пропорционально росту оборотов пользователей. Объем торгов – 240 миллионов долларов. Периодически случаются задержки. Среди пользователей СНГ хорошо зарекомендовал себя Эксмо. Суточный объем около 75 миллионов долларов, поддерживает 45 пар и вывод в 13 валютах, среди которых есть рубль, гривны и даже польские злоты, доллары и евро. Отрицательных отзывов мало, большинство сводится к задержкам ввода-вывода средств. Еще одна известная у русскоязычного сегмента – это sexcax.io. Поддерживает 22 пары валют, вывод в 8 валютах, объем торгов около 50 миллионов долларов в сутки. Нет комиссии на ввод средств через банковский перевод, на пополнение счета с карты есть. Имеется реферальная программа, предполагающая 30% от комиссии сделок по обмену. Пользователи изредка жалуются на задержку верификации и даже блокировку счетов. Poloniex. Еще недавно пользовались огромной популярностью, что объяснялось наличием 99 пар для торгов, возможностью вывода 68 валют, хорошим уровнем защиты аккаунта, понятным интерфейсом, позволяло создавать отложенные ордера, предлагало возможность маржинальной торговли и финансирования. Но техподдержка отвечала медленно, случались сбои. И с начала осени 2017 года появилось много жалоб на заморозку счетов по необъяснимым причинам. Сейчас объем торгов на Poloniex снизился. Многие говорят о бирже Yobit, лидере по количеству пар 3925, только в лидеры по объему торгов биржа не выбивается из-за отрицательных отзывов. Много сообщений о заморозке счетов, блокировке аккаунтов и других явлениях, которые не позволяли пользователям воспользоваться своими средствами. Техподдержка изредка отвечает и решает проблемы, но, как отмечают пользователи, случаи единичны. Похожая ситуация с биржей Litecoin, которая тоже на слуху, не в последнюю очередь благодаря поддержке 364 пар и возможности вывода 177 валют. Увы, большинство отзывов жалобы на невозможность вывода средств, блокировку счетов и другие проблемы, которые техподдержка не решает. Как выбрать биржу криптовалют? Выбирать биржу разумнее всего с учетом того, для чего она будет использоваться. Например, инвестору имеет смысл ориентироваться на такие показатели, как величина комиссии на ввод и вывод средств, ограничение на сумму вывода, если максимальная меньше той, которую понадобится вывести, можно потерять на комиссии, надежность, так как минимум, то есть как, такие как минимум отсутствие отзывов о том, что кто-то не смог вывести свои там, 20 тысяч долларов, наличие требуемых пар и сложность верификации. Зато защита аккаунта его не слишком должна беспокоить, он не будет держать деньги на бирже.
для трейдера. Трейдеры, в свою очередь, важны инструменты трейдинга и подробные графики. Большое количество валютных пар и хорошая защита, так как часть средств у него постоянно будет на бирже. А рядовому пользователю, которому необходимо просто обменять средства, стоит обратить внимание на следующие аспекты: наличие требуемой пары, скорость ввода вывода и отсутствие отзывов о задержке и невозможности вывода, а также на возможность вывода без затяжного процесса верификации с предоставлением всевозможных документов. Майнер, в отличие от рядового пользователя, может вполне верифицироваться, поскольку будет производить ту же операцию регулярно. Но ему стоит обратить внимание еще и на защищенность биржи от хакеров, чтобы не выбирать позже биржу по новой. И так далее. Конечно, лучше всего ориентироваться на бирже, которая имеет самый большой объем торгов. Чем больше людей выбрали ресурс, тем больше оснований ему доверять. Как показывает практика, на биржах, которые предлагают очень большое количество пар и возможностей вывода, случаются задержки и сбои. Частично это объясняется большим количеством желающих вывести или обменять непопулярную валюту. Но иногда это может быть и наживкой, на которую ловят жертв мошенники. Нельзя забывать и об общих правилах. Смотреть на реальные факты, объем торгов, колебания объема торгов, отзывы и не вестись на громкие обещания владельцев бирж. Друзья, я, в общем-то, информацию мы дали. Единственное, что информация обновляется очень быстро, часть устаревает, поэтому я вам скажу, что биржа Binance, она не вошла сюда в наш обзор. Я думаю, по бирже Binance мы дадим отдельно, и по Binance Coin мы дадим отдельно информацию на нашем канале, то есть следите, естественно, за нашими видео. Я думаю, мы запланируем выход видео именно по Binance, которое может раскрыть именно конкретно по этой бирже информацию, потому что она вышла в топ за буквально последние несколько месяцев. Ну, а теперь по квесту. Те, которые хотят зарабатывать и при просмотре нашего видео и прослушивании нашего аудио, внизу в шоу-нотах мы прописываем стоимость, которую мы даем за просмотр этого видео. При произнесении пароля вы получаете нашу монету AzovCoin. Пароль сегодня 3 3. В общем, произнесете этот пароль, напишите в чате, в телеграм-чате, и скрин приложите в телеграм-чат, и, в общем-то, монета ваша. Вот, все правила прописаны, тоже ссылка есть на видео, на правила проведения квеста. Поэтому будем рады, если будете с нами сотрудничать, играть с нами в квест, получать свои вознаграждения, получать азовкоины, обменивать их на доллары. И, в общем-то, все будет у вас у нас хорошо. Поэтому спасибо всем за внимание. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, теперь уже платные. Слушайте аудиоподкаст на аудиотерминале Азовской столицы. Ну и следите за нами в соцсетях. Все, с вами был Герман Пермяков. Всем пока, до следующих эфиров.